привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот сегодня 27 апреля, 7 утра. Я пришла в томатную теплицу, где высажены большие уже томаты, и решила показать вам, как сейчас она выглядит. У нас скачки температур невероятные. Если 2 дня назад я говорила, что здесь жара невозможно было 38, то сегодня на улице у нас 4 градуса всего ночью было. И в теплице, ну, пар не идет, но градусов 10, наверное, есть. Это нормальная температура. Но на сегодняшнюю ночь уже передали 2 градуса. Поэтому мы вчера вечером прикрыли сверху нетканкой томаты. Сейчас покажу, как они выглядят. Так как они высокие вот с этого края, ну и тут есть, то я уже поставила колья и привязала. И нетканый материал, тут не надо дуги ничего устанавливать. Я прям по кольям накинула. Вот его ширина 3 метра как раз идеально подходит, чтобы закрыть эту сторону вверх и ту сторону до самой плашки, которая у меня установлена. Сейчас заглянем туда. Вот, здесь живут томаты, им хорошо. Видите, так как я высокорослые уже высадила и привязала даже их к колышкам, они же очень высокие, они не могут валяться на полу. Будет деформация стеблей, вообще им плохо. Поэтому колья как раз это идеальный вариант. И для того, чтобы укрыть вот этой вот всей пленкой, не надо устанавливать дуги, не надо ничего делать. Будет тепло, я откину просто этот полок и все. Вот. Томаты эту температуру 10 градусов переживают хорошо, для них это не критическое. Вот будет 8-7, тогда уже придется их или подогревать, или что-то делать. Вот сейчас, сегодня будет сейчас, ну, немножко покомфортнее температура, сейчас еще холодно работать. Я откину вот этот полок и начну садить дальше, потому что смысла нет ждать тепла, потому что вот такая температура пасмурная для высадки, она идеальная. Так как я высаживаю сейчас не из стаканчиков, а из лотков с открытой корневой системой, то буду сегодня дальше высаживать, и все они у меня будут вот так вот укрыты. Для них здесь хорошая температура, они эту температуру выдерживают. Вот все. В теплице холодно даже томатам, поэтому пришлось их укрыть. Но они бы выжили и так, конечно, но просто мне их жалко, раз я их высадила, я за них отвечаю, я должна им гарантировать хорошие условия жизни. Иначе какой смысл было высаживать? Значит, будут вот так под одеяльцем пока, под покрывалом. До свидания, с вами была Ольга Чернова. У нас похолодание, будет 2 градуса ночью в течение 3 дней. Но томаты я все равно высаживаю в теплицу.